по итогам февраля мы уже будем понимать, исполним ли мы бюджет по доходам. Вы все прекрасно знаете, что дорожный фонд формируется из двух основных источников. Первый – это акцизы на нефтепродукты, и как раз второй – это транспортный налог, который формирует дорожные фонды. То, что дорожные фонды были несколько лет созданы, это, считаю, что абсолютно правильное решение, потому что мы с вами, учитывая напряженности с бюджетом, всегда, никогда бы не ходил, да, не находили бы даже столько денег, сколько мы сейчас тратим на дороги. Конечно, хотелось бы больше, потому что для приведения в нормативное состояние дорог нужны колоссальные средства, но во всяком случае, в прошлом году мы потратили 240 миллионов на городские дороги, и в этом году мы планируем не меньшую сумму потратить на дороги. И, конечно, считаем, что все-таки формирование дорожного фонда и как мы его запланировали в бюджете, все-таки та ситуация, которая сейчас происходит в стране, существенного влияния не окажет. Хотя очень трудно предсказывать, вот по итогам февраля уже будет понятно, доберем мы в дорожный фонд эти деньги, либо их не доберем. Но пока и в бюджете эта сумма на уровне прошлого года, не меньше, во всяком случае. Спасибо.